Кого ты позовешь? Охотников за привидениями. Да. Значит, ты сейчас должен будешь выйти из комнаты, зайти и типа поздороваться там с нами. Все, давай. Хорошо. Всем привет, Игорь. Ты чё? Да из тебя никакой актер, скорее актриса. Ты чё, тварь? Ебать. Подожди, ты куда? Вернись. Я домой. Всем привет, ребят, с вами Ник. Сегодня я буду тут не один. Со мной сегодня присутствуют демоны. Поэтому я в этом костюме. Ладно, короче, все, раздеваемся. Что с тобой не так? Я палец прищемил. Каким образом? Не знаю. Самый главный прищемил. Ну вот, ребят, видео началось, фейлы начались. Все как всегда. В общем, ничего нового. Всем привет, ребят, с вами Ник. Сегодня со мной. Джоникс. Да. Короче говоря, сегодня мы будем украшать мою комнату под Хэллоуин. Я знаю, что у нас его особо не празднуют, но... А почему бы и нет? Ведь чем больше праздников, тем веселей. Ой, похрустнуло. Ты уверен? Это ты просто пёрнул. Нет, она хрустнула. Ну, если подо мной не хрустит, что она под тобой не хрустит? Ай! В принципе, ребят, мы закончили. Всем пока. Ну да, конечно. Так бы мы и закончили. Ваши мучения еще не прекратились, ребятки. Ай, ребят, вот как оно выглядит. По-моему, ну все, я тебя сейчас убью. Во, вот здесь поставлю. Ребят, смотрите, убийство в прямом эфире. Вот как выглядит тыковка. I wanna take my hoe, wanna take my hoe, it's gonna ride in a can no more. Это, мне кажется, что это тупое видео получается. Да. Во! Во! Шизофрения. Фух, ребят, короче говоря, сейчас я показываю обзор, как все примерно выглядит. Начнем, пожалуй, с головы Фредди Крюгера. Вот такой он чокнутый. Там у него где-то паучок сидит, вот. Теперь вот где мои плакаты. Здесь паутина, призраки всякие там висят. Вот. Паучок там тоже. Вот здесь вот такая вот паутина, снизу тыковка вон. Ну и тут гирлянда висит, но пока ее не включал, потому что он включен. Тут вот такая вот тоже тыковка, внутри она светится, вот такая вот дверь. С паучком тоже, видите, вот. Там есть еще маска, просто ее плохо видно. Вот еще. Это снаружи. Ребят, с вами был Ник, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем до свидания, всем пока.